Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю создать арт-мозаику «Лето в волшебном городе», которая украсит любой интерьер. Сказочные города существуют во многих книгах. Жители этих городов обитают в самых разнообразных домах с круглыми и покатыми крышами, панорамными и витражными окнами. В городе могут быть башни, необычные деревья, машины. Дайте волю фантазии и создайте свой неповторимый сказочный город. Для мастер-класса нам понадобится цветной картон, белый картон формата А3, фоамиран, его можно заменить картоном, гофрированный картон, карандаш, ластик, ножницы, двусторонний скотч, линейка и фломастеры. Возьмем лист гофрированного картона. Начертите прямоугольники по предложенным размерам. Это наши будущие домики. Вырезаем. Возьмем цветной картон. Нам понадобится желтый и три вида зеленого картона. Рисуем контуры деревьев и вырезаем. Их должно получиться достаточное количество. На листах фоамирана двух цветов рисуем цветы, похожие на колокольчик по образцу. Если у вас фоамирана нет, замените его на подходящий по цвету картон. На картоне же зеленого цвета нарисуем листья и стебли. Все аккуратно вырезаем. Чашечка цветка состоит из двух частей. Соединяем две части при помощи двустороннего скотча. Приступаем к сборке домиков и башен. На картоне красного цвета чертим треугольники и прямоугольники. Срезаем уголки прямоугольников так, чтобы получились крыши домов. Возьмем белые заготовки из гофрированного картона и вырезанные крыши. Совместим их с обратной стороны, скрепим скотчем. Приступаем к сборке панно. Чтобы получился эффект объема, панно следует собирать сверху. На обороте каждого фрагмента необходимо наклеить небольшие квадратики двустороннего скотча. Собираем элементы рядами, постепенно спускаясь ниже. Чтобы получились деревья и кусты, чередуем желтый, светло-зеленый, зеленый и темно-зеленые элементы. Некоторые кусты могут немного закрывать дома. Постепенно распределяем всю зелень до конца. Внизу работы будут приклеены колокольчики. Распределите колокольчики равномерно. Приклейте стебельки и листья. Добавим домиком окошки. Нарисуем фломастером штрихи, сердцевину колокольчиков. На крышах домов и башен можно нарисовать черепицу. Нарисуем небо цветными карандашами. Наш арт-объект готов. Работу можно поместить в рамку. Мастер-класс провела Шиловская Татьяна, заведующая отделом Центральной детской библиотеки.